Уважаемые выпускники, в этой не совсем традиционной для меня обстановке хотела вас поздравить с получением первой степени высшего образования, степени бакалавров торгового дела и экологии природопользования. Последние 3 месяца были для нас достаточно тяжелыми, но, мне кажется, мы с успехом справились. Вы, наш институт, да и в целом наша страна. Помните, мы еще на 2-м курсе в рамках предмета менеджмента обсуждали факторы внешней среды и какова является внешняя среда. Так вот, одной из характеристик ее была высокая турбулентность, высокая изменчивость. И мы с вами обсуждали, что компаниям достаточно тяжело планировать свою деятельность на 3-5 лет вперед. Так вот, мы сейчас с вами увидели в период пандемии, что иногда даже тяжело спланировать, что будет через месяц. А чему это нас научило? Научило тому, что нужно уметь принимать решения в условиях неопределенности и гибко подстраиваться к факторам внешней среды. Мне кажется, вы с успехом освоили данные компетенции. Что еще мы смогли понять в условиях пандемии? Как важно ценить личное, близкое отношение с нашими родными, друзьями, коллегами. Цените каждую минуту, проведенную вместе. Я желаю вам успеха в вашей карьере, в творческой деятельности. А для того, чтобы оставаться на связи, вступайте в ассоциацию выпускников МГИМО. Это позволит вам и поддерживать контакты, и развивать ваши будущие деловые связи. Добрый путь, друзья!